очень симпатичный. Кадет по жизни и в строю, шагаю ровно в ногу, и вскоре выберу себе достойную дорогу. Акробат от Бога я, убедитесь вскоре, вам желаю я сегодня впечатлений море. Спасибо! Аплодисменты самому младшему участнику конкурса из 6-го отряда. Ну а к микрофону тем временем со своей визитной карточкой подходит участник из 5-го отряда Кулицкий Павел. Поприветствуем его! Для начала я представлюсь. Кулицкий Павел, я кадет. Ставлю цель и к ней стремлюсь. Трудностей я не боюсь. Теннис, карате, футбол. В спорте я себя нашел. И даже в конкурсе мальчишек легко на сцене я сражусь. Я верю, что хранит всегда меня счастливая звезда. Спасибо! Аплодисменты погромче! Ну почему, скажите, на второй, третьей смене девчонки могут хлопать, а мужественные парни не могут? Я не понимаю. Ленивые вы, ребята, ленивые. Постарайтесь не быть такими. Покажите, докажите, что вы не ленивые. Итак, я приглашаю участника из 4-го отряда. Гончаров Сергей, поприветствуем. Вот, учитесь. My name is Гончаров Сергей. Я весь подтянут и здоров. Кадетский вам гип-гип, ура! Всем добрый вечер, господа. С детства увлекаюсь спортом. Ни от чего не отступаю. Жим лежа, пресс. Всего не счесть. Смотрите, даже бицепс есть. Я вижу цели, к ней иду. Привык я в первом быть в ряду. Кадетом быть. Большая честь. Встречай салют, Сережа здесь. Спасибо, Сережа. Волнение немножко, но ничего. Вот такая команда поддержит. И Сергей в следующем уже туре не будет волноваться, правда? Точно. Мы тоже в этом уверены. Но первый выход. Так, чеснок скоро будет ваш. Минуточку. Итак, третий отряд. Могилевец Максим, повстречайте, поприветствуйте его, поддержите! Hello, друзья, I'm Fent and you. Я расскажу про жизнь свою. Я среди всех просто красавец. Хочу на весь салют прославиться. Друзья меня Максом зовут. Среди кадет я очень крут. Футболом с детства увлекаюсь и всесторонне развиваюсь. Могу вам спеть, сыграть, сплясать, готов к победе, доказать. Соперникам пожму я руки, жюри избавлю я от скуки. Goodbye, салют, let's go, друзья. Кадеты, поддержите вы меня. Ну ничего, ну можно погромче, подольше поддержать. Пока он уходит за кулисы, готовится к следующему татуру, мы, в общем-то, должны хлопать и хлопать ребятам. Ну что ж, второй отряд, Татарченко Павел. Здравствуй, лагерь! Добрый вечер! Я хотел бы рассказать, что умею очень много. Петь, любить, шутить, играть. Кадетом я мечтаю стать. Со спортом я на «ты». За мечтой иду я следом. Салют! Ну, погоди! Спасибо! Только смелее! Как на репетиции, все будет очень хорошо! Ну и сейчас к микрофону ожидаемого первым отрядом приглашаем Чеснокова Виталия. Здравствуйте, скорее начнем. Зовут меня все Чеснокова. Кадетом быть большая честь, но талантов всех не счесть. Душой и сердцем я к танцу стремлюсь, и помечтать я совсем не боюсь. Когда вырасту, стану звездой великой, но буду не гордым, а просто открытым. Жюри, запомни меня поскорей, и высоких баллов мне не пожалей. Аплодисменты бурные всем участникам, ведь они прошли первую часть. Только первую часть большого пути. Чеснок!
«Шестой!» Спасибо! Ну, поддержите как-нибудь и своих, потом придумайте, как покричать. «Шестой отряд! Кого вы приветствуете?» Не слышу. Кого вы приветствуете? Кто у вас? Данил, да? Данил, поприветствуйте. Ну, хорошо. Наверное, надо учиться нам, да? Приветствовать мальчишек. Ну, ничего, я думаю, получится. Итак, первый тур закончен. Конкурс «Визитная карточка», состоящая из двух частей «Выход и рассказ», подошла к концу. Жюри проставит баллы и потом все совместит со всеми четырьмя турами. И получится какой-то общий балл. Кто же выиграет, мы все волнуемся, но все впереди. А сейчас, чтобы мы не скучали, пока участники готовятся, возможно, даже переодеваются.